опозорила нашу семью. Ты не ведаешь, что творишь. Изыди! Родные говорят, тобой овладел демон. Если он и есть во мне, то всегда был там. Нет в тебе никаких демонов, Мария из Магдалы. Она исполнит Божью волю. Почему ей не последовать за ним? Люди осудят нас. У тебя что, для женщин какое-то отдельное учение? Иногда мне кажется, будто меня здесь нет. Она прозрела! Каково это быть наедине с Богом? Никто раньше не задавал мне этот вопрос. Женщины боятся принимать крещение вместе с мужчинами. Иди к ним. Стань моими руками. Неправильно, что он избрал тебя, дабы вести нас. Ты любишь моего сына, не так ли? Тогда, как и я, готовь себя. К чему? Потерять его. Царство Божие! Нельзя ни купить, ни продать! Мы должны увести его отсюда. Что бы ни случилось, теперь на то воля Божья. Мария, ты мой свидетель. Я буду с тобой до конца. Больше никогда не говори от его имени. Чтобы изменить мир, нужно начать с себя. Я не стану молчать. И буду услышана. Мария Магдалина.